Здравствуйте, ребята. Мое имя Илья, и сегодня я вам покажу, как создать вот типа такого клипа. Да ладно, вам нужна программа, называется Adobe After Effects CS5. Начинаем новый композ... У меня, кстати сказать, я забыл сказать, американская версия этой программы, я не знаю, как по-русски там сказать. Ну, все равно, вам нужны вот эти данные, чтоб получилось все очень там великолепно, slow motion и так далее. Ладно, ну, будем заниматься вот с этим клипом. Но. Ничего не особенного, это там из игры Call of Duty 4, и видно там автомат Калашникова, как он стреляет. И да. Вот так, я думаю, что мы сейчас будем начинать. Ладно. Первым делом нам нужен такой плагин с именем Twixtor. Вот я вам покажу, что это такое. Вот. Надо, чтобы были вот данные такие, как я вам сейчас покажу. Ладно, вот. Надо, чтобы было то же самое у вас, как у меня пока. Чтобы получилось все очень великолепно. Ладно, сейчас мы открываем меню этот здесь. Идем в Effects Twixtor Pro. Открываем Output Control. И начинаем здесь спидом. Ладно, начинаем мы 100. Здесь slow motion будет начинаться около здесь, да. Все, до сюда все будет нормально, так что. Все, здесь начинается slow motion. Да, например, на 4. Сделаем его. Я обожаю этот slow motion. Выглядит просто очень круто. Так, пошли дальше. Во. Здесь опять нормальный темпо. И здесь опять маленький slow motion сделаем. Вот так. Да, клип слишком короткий получился, чтобы сделать его чуть-чуть побольше, надо идти в Layer, потом, во, на Time, Enable Time Remapping, вот так. Итак, можно сделать клип совсем чуть-чуть подлиннее. Вот так.
Да, так я думаю, пойдет. Следующий этап. Нам нужна color correction, чтобы выглядело получше там с этими цветами там. Так что нужен еще один плагин. Называется Magic Bullet Looks. Нажимаем на Edit. Его. Ой-ой-ой. Выглядит, я считаю, конечно, очень изумительно. Кстати сказать, это очень легко найти эти программы и так далее. Просто посмотрите там в Гугле. Напишите там Adobe After Effects Free Download или что-то такого в этом роде. Ладно, нужен еще плагин Optical Flares, чтобы создать солнце такое. Вот такое. О, это ни к чему. Да, я думаю, сейчас заберем это, да, это выглядит хорошо. Ладно. Ну, я думаю, что так пойдет. Вот. Я хотел бы, чтобы солнце появилось там только когда начинается slow motion, так что надо нажать на эту кнопку там в brightness и сделать вниз все эти цифры там. И еще стреляет. Все. Здесь, я думаю, будет начинать. Да. Начинаем. Да. И здесь сделаем на столе что-то таком этом роде. Чтоб выглядело так очень сильно как-то. О. Здесь опять чуть-чуть вниз сделаем наше солнце там. Пошли чуть-чуть дальше. И опять вверх с этими цифрами там. Все. Да, я думаю, что единственное, что еще можно добавить, это такой маленький эффект имя Vegas. Сейчас я вам покажу. Я должен самому найти. Долго уже не занимался с этой программой. О, там он есть. Не, да, там. Ладно. И мне нравится очень сильный синий свет, так что, конечно, можно здесь какие-то там маленькие эксперименты делать. Но я считаю, так выглядит очень, да, хорошо. Ладно, надо выбрать синий свет. Вот такой.
Вот и сейчас то же самое процедура, как с нашим солнцем там. Вот сейчас слоумоушн начинается. О. Классно, да. Так пойдет. Ладно. Единственное, что еще сейчас можно добавить, это еще один оптикель флер. Я бы сейчас хотел, чтобы маленькое, типа солнце такого, гонял там контуры из от этого оружия там, от Калашникова. Сейчас я вам покажу. Надо найти первым делом хороший пресет. Да, я думаю, что это заберем. Все, этот раз нам надо еще position x y чуть-чуть изменить. Там будет начинать. Все, и теперь то же самое. Brightness на 100 и даже больше чуть-чуть, я не знаю. Но так пойдет. Сейчас. Но так пойдет. 110. И сейчас начинаем здесь играть с нашими position x y данные. Ну а что я наделал? Все сначала. На чуть-чуть надо налево. Вот так. А, да, пойдет. Ну, ребята, я думаю, что это уже все. Конечно, еще можно хоть 100 еще других эффектов добавить, но
Я считаю, что это уже хватит. Выглядит, я считаю, изумительно. Пойдет. Ладно, увижу вас в следующий раз. Пока.